Когда вечер раз мы заканчиваем, успеть, да. То я хочу задать вопрос, еще раз пролететь коршуном над студией и задать вопрос. Вчера Великобритания вышла из Европейского Союза, заявила об этом, и сразу же Дэвид Кэмерон, премьер-министр страны, сказал, что я ухожу в отставку осенью. Там логика в том, если кто-то не в курсе, в том, что он был за Европейский Союз, когда он понял, что его стратегия, в общем, не поддерживается народом, он сказал, я ухожу, мне незачем этим кораблем управлять. Основное все-таки было то, что именно он инициировал референдум. Да, в общем, суть это не меняет. Виталий Леонидович, что должно произойти, чтобы вы сказали себе, что я не справляюсь? Я не справляюсь. Либо на обоих постах, либо на каком-то из них. Я ухожу. Ну, слушайте, ну что произойти? Ну, в принципе, я всегда говорил, что никогда не отказывайся от ответственности. Я сейчас готов взять всю ответственность на себя и сказать, что я готов, в принципе, ее взять на себя. И, ну что, сложно, значит, здесь ведь... Рано или поздно же, да, как говорится, да, все уже, мы не вечны, да? Это государственная служба, вы понимаете. Я могу только одно сказать, что я стараюсь делать честно, как я понимаю, эту работу и делать. Если что-то не получается, ну, на самом деле, что, конечно, для меня будет огромным, наверное, там, знаете, неудачей, если сборная вся не будет отстранена. И я готов здесь взять всю ответственность на себя и сказать, что я готов уйти ответственность и уйти в отставку, как вы говорите. Я об этом уже несколько раз говорил. Но потому что я исхожу из того, да, не я побуждаю спортсмена допинг, не я там это делаю, но я отвечаю за выработку политики государственной. Если она на конце дает какой-то сбой или неэффективно, значит, я ее неправильно провожу, я неправильно работаю. Или, в принципе, думаю, что вот то, что сейчас произошло, доля вины моей здесь достаточная. И, естественно, я готов нести за это полную ответственность. Вот. И, естественно, безусловно, надо понимать, что в развитии физической культуры и спорта не только спорт высших достижений, безусловно. Конечно, мы сосредоточены, у нас такая отрасль, кого бы ни посади, вы будете в отставку отправлять там после каждого чемпионата мира, каждого министра. Это обратная сторона публичности, футболистов не, тоже ругают, не, даже не нас ругают. Не публичности дело, вы понимаете, вы не найдете ни одну рода человеческой деятельности. Вот вы понимаете, не хочу привозить другие отрасли, нет мерил ответственности. Здесь вот на Олимпиаду поехали, условно, результат такой. Ты каждый день... Результат на Евро, это мерило ответственности или нет? Мы там провалились. Знаете, это мерило ответственности в целом развития футбола, да? Кто это мерило ответственности. Ответственности. Но если вы считаете, что результат на Евро можно сделать за 5 месяцев, ну... Да, тогда...